Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня 28 января 2023 года. И вот прочитал буквально только что новость, что в Украине, в Киеве, в столице Украины, будут еще переименовывать минимум 30 различных объектов, которые якобы связаны с советской властью и российской, так сказать, империей. И вот у меня вопрос к этому всему. В этом списке есть проспект Воздухофлотский. Вот у меня вопрос. Как относится проспект Воздухофлотский к советской власти? У нас что, воздушного флота нету в Украине? Скорее всего, нету, потому что если не нужен проспект Воздухофлотский, значит и флота нету воздушного. Я не могу понять эту логику. Я понимаю, там, допустим, Читалова какого-то там переименовать, или улица Московская была фактически до полного вторжения все 8 лет. Но чем провинился Воздухофлотский проспект? Это, я лично считаю, что это уже, как говорится, застав дурота Богу молиться, он и лоб разобьет. Так и в этом случае. Как говорится, все гиперболизировано. Где нужно и где не нужно, уже меняют эти названия. Я лично осуждаю вот такие вот переименования, именно в частности Воздухофлотского проспекта. Для меня он останется до конца жизни Воздухофлотским. Это такое мое мнение. А вы вот так считаете? Напишите в комментариях ваше мнение. Будет интересно почитать, что мы все думаем по этому вопросу.